Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и в этом видео я расскажу, что нужно делать до того, как вы планируете создать сайт. И на самом деле это та проблема, с которой сталкиваются многие инвесторы, многие виды бизнеса, которые переходят с офлайна на онлайн и допускают большинство ошибок. И я вместе с Иваном Польем, Иван, огромное тебе спасибо, что сделал со мной это совместное видео. Мы в совместном видео, в условиях, конечно же, изоляции, мы сняли каждый свою главу отдельно, расскажем вам весь чек-лист, который вы должны пройти до создания сайта. То есть, как правильно проанализировать нишу и как подготовиться к созданию сайта. Итак, поехали. Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Поли, я продакт-менеджер в продукте sitechecker.pro. Николай пригласил меня дать несколько своих комментариев по поводу ключевых этапов продвижения сайта. От анализа ниши и до отслеживания эффективности. Первый комментарий будет про анализ ниши. Зачем он вообще нужен и когда его стоит проводить? Ну, во-первых, он нужен для того, чтобы определить размер выгоды, который мы планируем, которую мы можем получить, и сколько нам это будет стоить по ресурсам. То есть мы хотим увидеть, стоит ли в эту нишу вообще заходить. Вот. Часто может быть, что выгода изначально маленькая, мы видели и просто как бы отбросили эту идею. Второй вариант, когда выгода большая, но по ресурсам она для нас, мы считаем ее слишком затратной. То есть это в основном сложившийся рынок, на котором уже высокая стоимость входа. Вот. И третий вариант, когда у нас есть гипотеза, что за такую выгоду мы можем побороться и получить какой-то для себя денежный приз. Во-вторых, зачем еще нужен анализ ниши? Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны конкурентов на этом рынке и на основе этих знаний сформировать свою стратегию. При этом важно понимать, что анализ ниши, как правило, нужно делать не один раз перед запуском проекта, а регулярно по такой причине. Технологии меняются, конкуренты меняются, одни умирают, другие приходят, меняется поведение потребителей, и это приводит к тому, что вам для того, чтобы понимать, где вы находитесь, куда идете, с кем соревнуетесь, какими методами планируете побеждать, вам нужно регулярно уточнять свою картину мира вот таким вот анализом. Вот. При этом в анализе ниши есть две крайности. Первое – это то, что его проводит, как правило… Ну, первое – это его вообще не проводит. И, как правило, это происходит по двум причинам. Во-первых, из-за большой самоуверенности. Вот такое правило Наполеона, что вяжемся в бой, и там будет видно, да, то есть зачем нам анализ ниши, начнем работать, там будет понятно. И второй, это противоположная причина, из-за страха узнать правду, тоже не делать анализ ниши. Что это за страх? Часто собственник или менеджер боится увидеть, что выгода не такая большая на рынке, вот, или она стоит слишком дорого, там высокая стоимость входа, он не хочет себе в этом признаваться, ну, это как бы такое нежелание принимать неприятную действительность. Вот. И вот хочется отдать свой успех на откуп случайности. Из-за этого тоже не проводят анализ ниши. Но есть и другая крайность, когда его проводят слишком часто. Уделяют ему, как правило, слишком много внимания из-за того, что собственники, менеджер, у них нет четкой стратегии, как они планируют побеждать конкурентов. Вот. Либо у них в команде нет людей, которые могут генерить какие-то классные идеи, гипотезы, креативные решения, которые бы помогали на рынке побеждать. Это приводит к тому, что собственник или менеджер ставят себя заведомо в такую позицию догоняющего, и надеяться, что вот просто копируя конкурентов, они смогут держать какую-то долю рынка и там, зарабатывать какую-то часть денег. Вот. Это две крайности, и правда, как всегда, где-то посередине.
его анализ ниши нужно проводить, и я предлагаю проводить его в трех ключевых случаях. Первое – это перед запуском проекта или перед вашим желанием зайти в какую-то нишу. Это же может быть сформированный бизнес или новый, не ваш, да? Любая новая ниша, там нужен анализ перед запуском. Второе это регулярные какие-то промежутки, каждый устанавливает их для себя, это может быть раз в год, раз в полгода, раз в квартал, вот. Но в идеале вот какие-то параметры, чтобы вы собирали регулярно. Вот. И третий случай, когда это нужно делать, это в случае столкновения с неожиданностью. То есть вот у вас идет есть какая-то статистика, да, как вы развиваете у вас бизнес. И в какой-то момент вы видите, что резко что-то меняется. У вас падают или наоборот растут продажи. Клиенты меняют свое поведение. Например, начинают часто упоминать какого-то конкурента, сравнивать вас. Вот. Или клиенты начинают... даже не так. Вот клиенты какого-то конкурента начали упоминать, и вы заметили, что на рынке появился новый игрок, который начал очень быстро расти. Это интересный знак, чтобы увидеть, какие там технологии, методы он использовал, какие рекламные кампании он создает. Вот. Вот такие вот неожиданности должны служить для вас триггером, провести анализ ниши еще раз и видеть, что кардинально изменилось на рынке. Вот. Хорошо, что в онлайне анализировать нишу и конкурентов можно намного проще, чем в офлайне. Это занимает немного ресурса и времени, особенно если вы знаете, какие инструменты для этого можно использовать. Ну, об инструментах я расскажу уже в следующем видео, про уже детальнее, где про анализ конкурентов, как его делать, куда смотреть и какие выводы на основе этого делать. В первую очередь, что я бы выделил отдельно, то есть, что вам нужно будет сделать, это, конечно же, вам нужно будет оценить потенциальный трафик, вам нужно будет оценить бюджет и, конечно же, рентабельность вашего продвижения. Да, нужно будет подсчитать деньги, сколько вам нужно будет денег для того, чтобы вкладываться в продвижение своего проекта. И это довольно-таки большие суммы, на самом деле, которые выделяются на продвижение. В целом, бюджеты на продвижение могут варьировать. Сегодняшние цифры говорят о размерах от 700, от 500 долларов до 2000 долларов в месяц. При условиях рентабельности инвестиций в SEO около года, вы можете умножить на 12 и посмотреть, какие цифры на SEO вам нужно отложить в инвестиции в ближайший год. Но, конечно же, мы должны посчитать тот самый потенциальный трафик. И, собственно, как оценивается потенциальный трафик и, собственно, рентабельность инвестиций из этого трафика. Давайте, собственно, разберем, что нужно анализировать, какие показатели важны. Первый показатель, который важен, нужно уметь анализировать CTR конкретных запросов. Да, CTR запросов действительно может быть разным. Отдельные запросы кликаются гораздо чаще, чем другие. И некоторые запросы выглядят, пускай даже трафиками, но являются суррогатными. Как это проверить? На самом деле существует несколько способов проверки, и я сейчас вам их покажу. И, конечно же, в этом нам поможет программа KeyCollector. KeyCollector отлично помогает в Рунете оценивать многие вещи, связанные с запросами. Вы можете снять любую статистику, проанализировать любые данные, просто имея набор ключевых слов и сняв соответствующие метрики. Для большинства случаев вам максимум приходится купить капчу для того, чтобы снимать метрики. Понятно же, что еще придется подключить соответствующие аккаунты для снятия статистики. Ну, собственно, что нужно смотреть? На анализ кликабельности можно, конечно же, смотреть по метрике Яндекс.Директ, которую выдает по Рунету непосредственно Яндекс. По Гуглу, к сожалению, с этим очень сложно. И ориентируется, допустим, на украинском рынке приходится немножко другими методами. Потому что кликабельность конкретному запросу предугадать невозможно. Вы можете примерно прогнозировать трафик и считать кликабельность запроса в зависимости от позиции, которую вы по нему достигнете. Но и тоже есть определенные простые методы подсчета. В первой тройке CTR составляет общие сложности в районе от 5 до 10%. Он варьирует в этом значении. Почему такой разброс? Разброс связан с так называемыми элементами выдачи. И
Вот если смотреть в кей-коллекторе, можно увидеть отдельные запросы, отсортированные уже на текущий момент по посещаемости. И вы можете увидеть все метрики, которые использует Яндекс.Директ для оценки. Коротко расскажу, что это за метрики. Метрика – базовая частота, которая показывает общий трафик, который используется для статистики. В данный момент здесь снята статистика за месяц для большинства запросов по всей России. По запросам тут вся создание сайта по микрокредитным организациям. Это и есть некий анализ этого большого проекта. И мы оценивали, какие запросы, собственно, будут работать. И, допустим, если зайти в какую-то из рубрик, можно посмотреть, как она будет ранжироваться. Единственный минус снятия всех метрик. Если у вас заполнена хотя бы одна из метрик, остальные не будут сниматься. Как это сделать? Лайфхак показываю. Вам нужно будет выделить все ключевые слова, с которыми вы планируете работать. Выделить все, у которых метрика, допустим, по бюджету не снялась. И, конечно же, сделать так, чтобы ее было видно. Здесь мы делаем просто пустое значение. И ваша цель — удалить одну из колонок для того, чтобы данные снимались повторно. Мы удалим базовую частоту. И после этого нужно будет нажать снова снятие метрик. И тогда все метрики будут сняты, как положено, для всех оставшихся слов. И здесь не будет никаких проблем. Вы увидите, что сейчас все метрики будут сняты. Едем подальше. По частотке. Давайте смотреть. Будем смотреть, какие частоты метрики у нас есть. У нас есть метрика базовая частота. Это широкое соответствие. Есть так называемая фразовая частота. Это когда слова учитываются в конкретном порядке слов, в том виде, как они написаны. И могут быть добавляться слова слева, слова справа. Третья, конечно же, частота – это точное соответствие. И на нее я бы ориентировался в первую очередь, потому что именно на точных соответствиях слов вы будете формировать свои тайтлы, свои дескрипшены, именно и свои H1 для конкретных страниц. В частности, когда вы будете выбирать страницу, вы ориентироваться будете по вот этой фразе, а не по первым двум. Первые две нужны всего лишь для предположения того самого трафика, но именно точное соответствие пригодится вам для выбора названий тех или иных страниц. Частота в регионах – это частоту, которую снимает Google, в частности, для метрик при снятии в кей-коллекторе через соответствующую кнопку статистики Google AdWords. Точно так же здесь вы видите, есть метрики стоимости клика и конкуренции. Что такое конкуренция, собственно, глазами этого анализа? 0.33 – это вероятность, что объявление будет показано всего лишь одно или два. 0.99 – это когда показывается от 3 до 4 объявлений. И 0.67 – когда показывается от 2 до 3 объявлений в среднем в контекстной рекламе. Если же здесь значение пустое либо 0, это значит, что контекстная реклама по этим ключам не показывается в принципе. И такие ключи существуют, и вы удивитесь, что они есть. И если, допустим, поискать все ключи, которых конкуренция равняется нулю, вы удивитесь, что да, они существуют, и не по всем ключам крутится реклама. Но, к сожалению, в данном случае у меня таких ключей не было. Именно эта ниша оказалась очень высококонкурентна в плане именно контекстной рекламы, где я ее и снимал. Как быть в такой ситуации? Контекстная реклама тоже отъедает кликабельность, потому что наличие контекстной рекламы по ключу гарантированно вам говорит, что там будут конкуренты. Как бы вы ни продвигались, там всегда будут какие-то конкуренты. Какие? Они меняются. Они реально будут меняться. Каждый месяц, возможно, будут новые. Какие-то будут сидеть с вами вечно и будут отбирать ваших клиентов. Вы должны понимать, что именно с ними вам тоже придется считаться. И учитывать эти ключевые слова с высоким уровнем конкуренции, конечно же, в контекстной рекламе. Вам нужно будет точно вот знать, что если вы планируете двигаться по этим запросам, и, конечно, вас интересует конкуренция, где есть хотя бы там 0.66, 0.99, вам точно нужно будет на эти ключи гарантированно выстраивать контекстную рекламу, потому что с ними придется и работать. Следующий момент – как считать конверсию? И вот здесь все становится гораздо сложнее, потому что конверсия – это финальный показатель вашего бизнеса. И она колоссально зависит от множества факторов. Она зависит от сайта, от вашего оффера, от ситуации на рынке, от чего угодно. И вы можете говорить, что типа этот сайт классно конвертит и перестал. Он может перестать из-за независящих вроде бы от вашего сайта причин, а от совсем других маркетинговых причин он может попросту перестать конвертировать. Кей-коллектор — идеальный инструмент для того, чтобы анализировать вашу нишу. Олег, добрый день.
Сегодня поговорим про другой этап развития сайтов, про выбор названия сайта. В прошлом видео я говорил про анализ ниши, вот, и после анализа ниши, как правило, следует выбор домена. В англоязычном интернете есть много пошаговых инструкций для выбора как бренда, так и доменного имени. Вот, если вам будет нужно вот именно прям такую очень детальную с всеми вариантами, напишите мне или Николаю, я скину тот источник, те источники, которые я видел. Вот, а здесь я поделюсь такой своей классификацией и важными нюансами выбора доменного имени. Я поделил выбор, процесс выбора на 4 этапа, то, как можно выбирать, вот, и вот о каждом из них пару слов. Первый подход – это выбор доменного имени с точным вхождением высокочастотного ключа. То есть, например, ваш домен будет звучать как натяжныепотолки.com. Плюс этого подхода в том, что вы сможете быстрее стать в топ по важному для вас запросу, так как вхождение ключевого слова в домен является одним из факторов ранжирования в Гугле. Если он входит, то ваш домен релевантнее по этому запросу. Но есть два минуса, и первый из них в том, что у вашего домена нет уникальности. Вашим клиентам будет сложнее вас запомнить и поделиться названием вашего бренда с другими людьми. То есть, если вы делаете сайт только для привлечения SEO-трафика, вас нет в офлайне, то вы на этот минус, ну, вы не планируете прокачивать бренд вообще в будущем, то этот минус можно игнорировать. Но есть второй еще минус, который игнорировать сложнее. Если вы планируете в будущем расширять тематику вашего сайта, то в этом будет проблема из-за того, что вот таким вот названием вы жестко зафиксировали свою тематику в сознании людей. Если вы захотите добавить новые продукты, услуги, то такое название будет вас ограничивать. То есть если у вас был домен натяжныепотолки.com, добавить туда страницы там, про пылесосы, про какие-то другие вообще товары будет как-то не очень выглядеть. Вот. Второй подход – это использование какого-то абстрактного доменного имени либо на основе реальных, либо на основе выдуманных сущностей, но которые существуют там, в человеческой культуре. Вот. И при этом они не вызывают каких-то конкретных ассоциаций с товаром каким-то. Например, Apple, да, вот, Mars, Google, Moz – все это слова, которые на таком домене можно размещать какие угодно товары, расширять как угодно услуги, при этом они легко запоминаемые, легко ими делиться, использовать в офлайн рекламе и так далее. Вот. Есть еще третий подход, это когда мы комбинируем первый и второй вариант, в том смысле, что мы включаем какое-то слово, которое говорит о тематике нашего бренда, и какое-то абстрактное слово для того, чтобы закрепилась уникальность для наших пользователей. Например, Tesla или розетка. Да? То есть это понимание того, мы понимаем, что такое розетка, что такое Tesla, что это вообще за ниши. Вот. Понимаем, какие приблизительно там могут быть товары, услуги. Вот. И таким образом вызываем определенные ассоциации у наших пользователей. Вот. И второй вариант в рамках вот этого третьего подхода – это соединение точной тематики и абстрактного какого-то слова. Вот, например, есть такие SEO-журналы, как Search Engine Watch, Search Engine Land, Backlinko блог известный, да, дальше Edubirdie, сайт про онлайн-образование, MailChimp, сервис email-рассылок. Все эти сайты, когда мы их считаем, мы приблизительно сразу понимаем, о чем будет речь, и при этом у них есть уникальность, по которой другие люди могут их идентифицировать. Вот. И четвертый подход – это, надо его не забывать, потому что он как бы самый базовый и часто ранее был одним из первых, это использовать свое имя в домене и бренде. Вот. Его ценность в том, что кроме предыдущих преимуществ, что он, вы можете большой спектр услуг и товаров охватить, что оно уникально, оно будет запоминаться, оно будет сразу же вызывать больше доверия, чем другое имя, из-за того, что вы как владелец поставили на карту свою репутацию. Вот. Что важно помнить еще, кроме потенциала SEO и маркетинга,
у доменного имени оно вообще должно быть доступным для регистрации или выкупа, если оно зарегистрировано кем-то другим. Вот. Если ваше имя занято в желанной доменной зоне вашей, то нужно пробовать следующие варианты. Это то, как я искал домены. Вот, первый вариант. Вы просто, кроме .com, ну, как правило, мы ищем доменное имя на .com, и там часто они бывают заняты. Что мы делаем? Мы ищем с этим же доменным именем доступность для регистрации в других доменных зонах. Как правило, это .pro, .org, .biz. Если вы хотите создавать сайт в какой-то конкретной стране, это может быть, например, в плане Украины, .com.ua. Вот. Дальше есть еще известная доменная зона .io. И другие зоны, вот они недавно были добавлены, которые сразу говорят о типе сайта. Например, .blog, .agency, .group. Вот. И там много, большой список таких доменных имен. Вы можете смотреть вот такие доменные зоны. Вот. Второй вариант – это использовать в названии дефис. Вот. То есть, вас может, если вы... Если без дефиса может быть занято, с дефиса может быть свободно. Вот. Но это если для вас приемлемо, потому что часто это может как-то негативно выглядеть. Вот. Дальше, третий вариант – это использовать несколько букв вместо одной. То есть, например, если у вас было Apple, да, с двумя P, одна L, попробуйте с двумя L. Вот. Оно... Для начала может выглядеть глупо, но тематику это все равно говорит, и это может выглядеть как уникальное название. Вот. Ну и последний вариант – это добавлять к тому имени, которое вы выбрали, еще какое-то слово, которое характеризует тип вашего сайта бизнеса. Например, выбрали название там, «Ромашка», и добавляете к этому «Ромашка Agency» или «Ромашка Group», «Ромашка Estate», если это, например, про недвижимость, да, ваш сайт, «Ромашка Company», вот, и такие другие варианты. Как правило, такие доменные имена не заняты, вот, и их можно использовать. Еще важно помнить, что все зависит от вашей стратегии, то есть у вас вообще есть офлайн-бизнес или нет. Потому что если он есть, то это накладывает дополнительные ограничения на выбор доменного имени. Дальше. Насколько вам тяжело сделать минимально жизнеспособную версию сайта? Потому что SEO-шники часто используют метод, когда они регистрируют 5-10 доменных имен, смотрят, какое из них растет, и потом одно из них продвигают. То есть, если вы можете создать сразу несколько сайтов, вы можете зарегистрировать много доменных имен, потом их просто друг на друга средиректить и все. Далее. Важно еще, есть у вас уже какой-то бренд сложившийся или нет. Или регистрация доменного имени – это как бы и есть первый шаг в создании бренда. Вот все вот эти нюансы будут играть очень важную роль. Вот. И еще один важный как бы такой шаг. Вы планируете... на этом сайте, как долго вы планируете вести этот бизнес. Вы уверены, что в этой нише будете 2, 3, 5, 10 лет? Или вы сейчас просто ее тестируете и все? То есть, если вы уверены, что будете долго здесь, если вы уверены, что будете кроме SEO делать еще и другие маркетинговые активности, то выбор доменного имени должен быть именно с таким подходом, как бренду. Вы должны предполагать, что вы зарегистрируете это, торговую марку, юридическое лицо на это имя, вот, и тогда вас лучше потратить больше времени и более ответственность к этому отнестись. Вот, если вы просто тестируете нишу, хотите получить SEO трафик и все, то можно побыстрее, и доменное имя уже не будет играть такой роли. Ну вот так, в следующем видео я расскажу про базовый сбор семантики для анализа, как его чаще всего делают и какие способы мы используем у нас в компании SEO-чекинг. Конечно, существует самый простой способ оценки конверсии. Вам нужно будет и заранее создать какой-то лендинг и покрутить на тех ключах, которые вы нашли, контекстную рекламу и посмотреть, как она конвертит. В среднем CTR по контексту вам нужно вывести на 10%, и можно тогда посчитать, какую конверсию вы получили хотя бы из поиска.
Помните, из поиска можно получить самую такую горячую лидобазу, но нюанс в том, что на тест вы можете, вам нужно получить минимум 500 кликов. Поэтому бюджет на тесты может быть достаточно внушительным даже для одного теста, для аналитической работы. Более того, 500 кликов – это на один вид лендинга. Вы можете, если вам нужно протестировать несколько ниш, несколько офферов, то, соответственно, 500 кликов нужно получить с каждого. Почему такое число? Маркетологи сходятся к тому, что минимальное количество кликов не дает точных данных по конверсии. И более того, проведение всего лишь тестирования одного варианта лендинга не дает правильных данных по конверсии. Поэтому в целом, тестируя 2 или 3 оффера, нужно на каждом получить 500 кликов по максимально низкой цене, которую вы можете выкрутить на минимальном количестве ключевых слов. Настраивать такие кампании проще простого. Если нужно анализировать нишу, мы такое уже проводили, мы такое делали. Нюанс заключается в том, что здесь целью является не продажи, а их количество. Какой оффер дал какой эффект. И здесь вы должны, собственно, понимать, что контекст здесь всего лишь инструмент. Контекстная реклама всего лишь покажет, работает ваш оффер сейчас на рынке или нет. Затем, после того, как вы собрали семантическое ядро, конечно же, вы должны уметь его сегментировать. И сегментировать семантику нужно, конечно же, по так называемым намерениям. Есть такая ошибка, когда пытаются собирать, собственно, семантическое ядро, не понимают, для каких целей нужны те или иные запросы, и как они формируются, и как их правильно учитывать. Итак, поехали. Существует не так-то немного видов запросов, на которые нужно уметь грамотно сегментировать семантику. В первую очередь, это информационные запросы. Чаще всего это вопросы. Информационные вопросы, они отличаются тем, что они часто содержат вопросы «как», «что», «где», «почему», каким способом, что нужно. Именно вот эти слова часто выделяют информационные запросы. Некоторые ошибочно их сгружают на отдельную страницу, если в этом, конечно, есть смысл. И объясню, в каком случае есть смысл. Есть смысл, если вопросы, которые вы выносите, имеют изначально высокий трафик, и про них можно написать большой материал. В противном случае, чаще всего этого не стоит делать, и я объясню почему. Иногда эти запросы имеют реально низкочастотную версию. И от силы спрашивают 2-3 человека, а то и 1 человек в месяц конкретный вопрос. Для этих целей используются на той самой странице, которую вы планируете прорабатывать посев, блоки с вопросами и ответами, так называемые вопросы клиентов, часто задаваемые вопросы и любые другие методы. Информационные запросы нужно делить по трафику, если они действительно являются большими в плане информационки, то однозначно им нужно место быть в какой-то большой статье, видеоматериале, либо каком-либо другом обучающем разделе на вашем сайте. Инфозапросы легко отделить по простому критерию. Чаще всего по этим запросам не показывается реклама, и рекламы по ним нет. Во-вторых, эти запросы трудно сгенерировать. Даже кей-коллектор с ошибками показывает эти запросы как поисковые подсказки. И их нужно искать любыми другими методами. Я, в частности, использую Serpstat. Он отлично ищет все варианты вопросов, которые существуют. Альтернативный вариант с приложения Answer the Public. В нем в бурже, да в принципе и в Рунете, можно найти все вопросы по конкретному ключу. Сервис обалденный, бесплатно один запрос в день. Если вам нравится, купите и собирайте все запросы. Затем снять для них трафик уже проще простого. Второй тип запросов — это так называемые навигационные. Условно говоря, это запросы, когда люди добавляют топоним название города, название района, название области, название региона, в котором вам нужно что-то искать. Либо добавляются иногда запросы рядом со мной, за рубежом это очень популярный запрос, в Рунете не настолько. Near me и там еще другие варианты этого запроса. На самом деле эти запросы нужно сразу выделять отдельно по одной простой причине. Они либо раздуют вашу семантику и сделают ее немножко нечитаемой, потому что вам трудно будет отделить эти запросы от других, которые нужно учесть. Почему так? Часто люди спрашивают, находясь в одном регионе, что их интересует что-то в других регионах. Но если эти регионы являются не вашими и вы в них не работаете, навигационные запросы могут ввести вас в ступор. Но они могут дать вам пищу для размышлений, куда развивать свой бизнес, на какие регионы, в каких регионах что чаще ищут. Да, например, в Техасе часто ищут там средства по борьбе с насекомыми, да, потому что им надо с урожаем доработать. А, например, в Канаде этим сильно не увлекаются.
И вы должны понимать, какие виды продуктов, да, ищут чаще всего в каком регионе. Это тоже важно, нужно уметь сегментировать свои рынки, анализируя поисковый спрос. Навигационные запросы с этой целью прекрасно справляются. И при помощи них вы сможете выловить, какие регионы, какие товары чаще ищут и чаще потребляют. Следующий тип запросов – это транзакционные. И с этими запросами тоже многие допускают ошибки, потому что транзакционные запросы – это те запросы, которые чаще всего содержат слова «купить», «цена», там, может быть, там даже… Ну, оптом это я бы не назвал транзакционным запросом, это все-таки запрос, который вообще сегментирует тип рынка отдельно. Вот, «купить», «цена», «заказать», там, «доставка», вот там «с доставкой» в частности, да, там. Вот это запросы, которые мы называем транзакционными. Они часто сопровождаются с названием товара, который вы продаете, с названием рубрики товаров, категории товаров, которые вы продаете. И они идут обычно неразделимо в коммерческих сайтах. Если это коммерческая страница, то, собственно, эти транзакционные запросы должны прямо с ней в семантическом ядре попросту быть и одновременно оцениваться на трафик и, собственно, другие показатели. И следующий тип запросов – это узкоцелевые. Есть определенные типы запросов, которые присутствуют только в определенной нише, и их найти на самом деле может только специалист. При сборе семантики варианты узкоцелевых запросов неплохо, чтобы заказчик вам предоставлял. По одной простой причине. Специалист, который занимается сбором семантического ядра, может не знать нюансы названия тех или иных товаров и продуктов и их синонимов, и аббревиатур, и сокращений. Узкоцелевые запросы, вот эти узкоспециализированные запросы, они на самом деле могут иметь мизерный трафик, и SEO-шник их может попросту проигнорировать. Но они являются максимально важными в вашем бизнесе. И их забывать нельзя. И их тоже нужно проверять, желательно, с учетом того, что говорит, что этот запрос относится к этому странице, этот запрос относится к этой странице, а этот запрос вообще особенный, его нужно выделить отдельно. Вот именно узкоцелевые запросы, с ними нужно работать более тщательно. Коллеги, добрый день. Это третье видео из серии про запуск сайта. В нем мы поговорим про базовый сбор семантики перед запуском проекта. Поделил этот процесс я тоже на 4 этапа, наблюдая за тем, как SEO-специалисты чаще всего делают сбор семантики. И первый подход – не собирать семантику вообще. Такое на самом деле часто бывает. Много сайтов создают без сбора семантики, при том, что трафик с органики получать планируют. Я такое часто видел в сайтах правительств, консульств разных государственных органов, общественных организаций, политических партий, сайтов звезд, везде, где заказчик не понимает ясно, что он хочет получить и что он вообще может получить от сайта, либо же он тратит не свои деньги. Как правило, такие сайты создают фрилансеры, либо агентства, в которых нет всей экспертизы. При этом эти агентства не то, что они плохие какие-то, некачественные, они могут просто концентрироваться на классно делать дизайн, разработку сайта, просто не уделяют внимания SEO. Вот. В итоге получается, что заказчик не просит о сборе семантики, исполнитель не предлагает, потому что либо не знает о такой услуге, либо не считает ее важной. Вот. И получается еще один сайт, который получает только трафик ссылок в Википедии там, и пары сайтов других. Вот. Этот подход практиковать не нужно, но вы должны о нем знать, что он существует, и вы будете часто с ним стыкаться. Второй подход – собирать семантику только под страницу или категорию, над которой вы сейчас работаете. Это уже вполне рабочий подход для небольших сайтов, или когда мы только тестируем нишу, неспешно ее продвигаем. Вот. Особенно он хорошо работает для блогов, которые наполняется постепенно, автор часто пишет просто не под заранее заданный какие-то список тем, а какие-то у него кейсы появляются, идеи, новости. Вот. И в этом случае автор просто, у него есть понимание, на какую тематику будет сайт, вот он его создал, и когда уже идея статьи ему пришла, он идет искать ключевые слова, под которые ее лучше всего заточить. Вот. Дальше, третий подход. Это собирать базовую семантику для запуска проекта. И уже в процессе, то есть мы собираем для всего
сайта семантику, но не прорабатываем ее вглубь. То есть одно, пять, десять слов мы берем на страницу, но дальше вглубь по низкочастотке мы не идем. Вот. И четвертый подход — это когда мы собираем всю семантику с максимальной проработкой вглубь сразу еще до запуска проекта. Вот. Этот подход хороший. Да, его проблема в том, что он более трудозатратен по времени. Вот. Но хороший тем, что если у вас есть хорошие инструменты и способы автоматизации процесса, то выгоднее сразу делать так. Вот. И вторая ценность, что если вы заранее решили, что одно из ваших конкурентных преимуществ, что вы будете прорабатывать семантику так детально и включать много ключевых слов, сразу же в ТЗ очень детально расписывать, и за счет этого вы будете лучше ваших конкурентов, то действительно лучше начинать делать именно с четвертого подхода. Вот. Но я сам использую третий подход в работе. Для меня его ценность в том, что да, мы охватываем большинство страниц, и это позволяет создать структуру сайта и продумать схему внутренней прилинковки. Это очень важно. Вот. И вторая ценность в том, что так как работает на сайтах правило Парето, то есть только какая-то часть страниц будет приносить вам больше всего трафика, то те затраты времени, которые вы тратите на детальный сбор семантики по остальным там 80% страниц, по сути, вы тратите пустую. Вот. Получается, что выгоднее для меня конкретно сделать базовый сбор, который помогает понять, какая будет структура, опубликовать страницы, а потом уже смотреть на Google Search Console, какие запросы появляются, какие страницы уже оценить самые лучше по потенциалу трафика продаж, и в них уже расширять семантику в луп. Дописывать контент, вставлять низкочастотку разную, исследовать ее более детально, вот, и таким образом добивать ее до топа. Вот. По методам сбора семантики я их вижу всего два таких самых популярных. Первый – это просто выгрузка семантики по какому-то топовому конкуренту или сразу по нескольким конкурентам с Ahrefs и SEMrush. Здесь преимущество еще в том, что у нас уже есть готовая структура. То есть если ниша особенно там конкурентная, там стоят сильные конкуренты, они наверняка уделили внимание структуре своего сайта, то когда вы смотрите их отчет по топовым страницам, у вас уже есть не только ключи, но и готовая структура. Вам уже кластеризировать вас чаще всего не надо, если только вы хотите что-то поменять. Вот. Вот этот метод чаще всего я сам использую. Есть второй метод, это использование Google Keyword Planner, Яндекс Wordstat, поисковых подсказок, подсказок по связанным ключевым словам. Это когда вы, например, в Гугле вбиваете запрос, и внизу вам там пишут, также с этим запросом ищут. Вот. То есть что мы делаем? Мы вбиваем какой-то высокочастотный запрос и смотрим, что все эти инструменты будут нам предлагать. Далее выгружаем в одну таблицу и кластеризируем. Вот, кластеризируем, это значит, что мы разделяем все ключевые слова на смысловые группы, то есть там одно и то же какую-то задачу пользователь может искать по десятку, сотни разных слов. Вот. Вот такой мой подход. По кластеризации, если кратко, есть два основных подхода, это ручной и автоматизированный по топу. Я всегда использую автоматизированный по топу. Как правило, делаю, чтобы было вхождение трех пересечение было трех страниц по ключевым словам. То есть там два для меня мало, пять уже много. Вот. И все равно потом руками просматриваю, насколько инструмент помогает, насколько правильно инструмент распределил ключевые слова. Если часто бывает, что он делает это. То есть у меня другое представление о том, как должно быть. Вот, но я оставляю себе пространство для того, что... То есть я понимаю, что если опубликую мы 100 страниц, Google может вести себя по-разному, и, возможно, далее будет либо одну страницу разделять на несколько, либо, наоборот, объединять, редиректить друг на друга, просто из-за того, что Google будет отказываться
принимать ту кластеризацию, которую мы для него сделали. На примере нашего файла посмотрим более внимательно, какие запросы можно выделить как транзакционные, а какие нет. И мы взяли, проанализировали семантику микрозайма на карту без отказа по региону России. И я смотрю, какие запросы по семантике, в частности, я бы выделил отдельно. И, собственно, мы видим слова типа «оформить», там «получить», «взять займ». Это транзакционные запросы, потому что люди конкретно хотят взять. То есть это аналог «купить», вот, «оформить». Вот, то есть все это находится транзакционными. Схожий с транзакционным запрос часто «быстро». Люди, которые этот вопрос гуглят, чаще всего их интересует «быстро», «срочно». То есть, например, загранпаспорт запрос, он смежный, потому что он относится во все направления. Загранпаспорт срочно — это транзакционный. Загранпаспорт получить — это транзакционный. А вот, допустим, как получить загранпаспорт — это информационный запрос. И, соответственно, вот на эти вещи нужно обращать внимание. Вот, безотказный микрозайм на карту, я бы назвал это информационным запросом, потому что люди ищут, как получить безотказный микрозайм. Это явно не коммерческий запрос. Отличным критерием, как говорится, коммерции запроса является такой показатель, как сводная статистика в Яндекс.Директ, это бюджет. Бюджетность обычно говорит, чем больше здесь вы увидите маленьких значений, тем более эти запросы являются информационными, либо не тематическими для этой ниши. Типичный навигационный запрос — это когда используется название города. Это как запрос микрозайм на карту без отказов, СПБ. Логично, это сокращение аббревиатуры Санкт-Петербурга. Я, собственно, проанализировал все подсказки, которые возможны. Собрал их разными методами. Здесь и Google подсказки, и Яндекс подсказки. Они здесь все посегментированы по разным запросам. Как вы видите, большой проект. Собиралось все очень, так, как говорится, тщательно. И здесь вот вы можете увидеть, что запросы я специально отсортировал сейчас вот конкретно по трафику. Вот они, их надо так сортировать для того, чтобы производить анализ. Но вы можете их сортировать каждый раз по-своему. Например, если вам нужно оценить коммерческую выдачу, сортируем по переходам с коммерцией и видим, какие клики чаще всего дают переходы, и с ними работаем. Именно вот на эти ключи можно спокойно настраивать контекстную рекламу и получить трафик по конкретной странице. Вам нужно будет только всего лишь подготовить конкретную страницу, на которую лить вам нужно будет трафик для оценки эффективности. Следующий показатель, который вы должны уметь считать, это, конечно, сезонность. Учтите, некоторые виды бизнеса очень даже такие сезонные. И, например, яркий пример — этот микрозайм на карту без отказа. Этот запрос является, на удивление, сезонным. Угадайте, конечно же, сейчас. Именно в это время абсолютном показателе сезонность просто зашкаливает. Почему? Потому что новогодние праздники, люди берут подарки, люди на что-то тратятся перед Новым годом и берут те самые микрозаймы, которые дают в январе уже после зарплаты. Именно в этот период идет максимальный всплеск покупательской способности и рост рынка микрозаймов. И вы увидите сейчас по этому запросу, я увидел просто это на статистике Яндекс Wordstat. Не нужно никаких денег платить для того, чтобы проанализировать сезонность конкретных запросов. Да, массово посчитать сезонность — это, конечно, займет время, время специалиста, маркетолога, который будет заниматься анализом трафика. Но конкретный запрос вы можете с удовольствием посмотреть с группировкой по месяцам, по неделям, на мобилках. Допустим, можно посмотреть, как люди гуглят по мобилкам, когда идут всплески. И вам вот есть видна статистика за достаточно большой период. И вы можете увидеть, как она начиналась раньше и как она идет сейчас. И сезонность — это действительно клевый показатель, который вам точно нужно изучать для того, чтобы оценивать будущие всплески или когда вы планируете поднять вложенные деньги, в какой период. Я бы, если бы занимался продвижением этого сайта, я бы начал работы уже сейчас для того, чтобы уже где-то к середине года сайт уже имел позиции, и в ноябре я бы собирал те самые сливки. Я бы не начинал бы сайт в октябре, не начинал бы сайт там в сентябре, потому что я бы все равно бы пропустил этот ноябрь. Я бы начинал бы как раз в ноябре, проанализировав сейчас всю нишу, весь спрос, всех конкурентов. И, собственно, сейчас уже, правда, декабрь, но вот я бы сейчас, вот, собственно, вот начал бы вот это все движение бы месяц назад и бы двигался вперед и уже начинал бы создавать сайт. И спокойно с января-февраля по уже проведенным анализам занимался бы созданием этого проекта. И где-то бы к августу он бы уже бы имел бы сильные позиции в топе. Вы должны понимать, что не все ключевые слова позволят вам занять желанный топ.
Как бы вы ни старались, некоторые запросы вам попросту очень сложно будет выбить, а иногда невозможно. В SEO работает так называемый исторический фактор. Те, кто заняли топы давно, их может сдвинуть только падение за счет алгоритмов, которые проходят тряски в Google каждые 3 месяца, в Яндексе, я бы так сказал, вроде бы каждые 2 недели, но трясет в основном только слабых. Сильные как сидели, так и сидят. Для того, чтобы свалились сильные, что-то должно произойти экстраординарное. Назовите мне в комментариях сайты, которые действительно в Яндексе рухнули, сильные по каким-то причинам. Я такое уже давно не замечал. В Гугле же тряска каждые 3 месяца наблюдается постоянно. И в Гугле как раз шансы захватить трафик достаточно высоки. Но, например, по России рентабельность в Яндексе гораздо выше. Я про это говорил в прошлых своих видео и в статьях. И это удивительный показатель, но он не меняется. Яндекс остается наиболее рентабельной площадкой по привлечению инвестиций непосредственно в Российской Федерации. А в Украине, конечно же, выбора нет. У нас только Google. И с Google нам приходится, конечно же, бороться. И Google действительно позволяет любому бизнесу занять первые места благодаря тому, что он каждые 3 месяца может кого-то сдвинуть и сдвигает иногда даже неожидаемо крупные сайты. Собственно, не все ключи вам удастся переранжировать. Существует множество методов оценки конкуренции. Есть так называемое понятие там монолитный индекс, это список всех ключевых слов на странице плюс список всех анкоров, которые ведут на эту страницу, включая внутренние и внешние. Обычно сайты миллионники, многостраничники, да, имеют огромное количество анкоров за счет грамотной перелинковки, обычно за счет CMS-ки, и имеют хорошие показатели монолитного индекса для ряда страниц, если у них хорошие позиции еще и при помощи внешних ссылок. Но обычно мелкие сайты могут захватить топ по одной простой причине. Они могут оценивать конкуренцию в выдаче в данный момент. Как это делать? Вы должны уметь анализировать выдачу. И для этих целей существует тоже множество инструментов. Как, например, это делать в том же KeyCollector? Все очень просто. Вы можете, например, воспользоваться в KeyCollector анализом выдачи. Мы берем, получаем данные для поисковой системы, в частности, возьмем Google. Можно снять данные и Яндекса, можно снять и Гугла. Здесь, как говорится, каждому как нравится. То есть то, что нравится, то и собираем. Затем нам нужно будет снять метрики. И мы сейчас эти метрики посмотрим, какие нам снимутся. И какие метрики снимаются? Снимается вхождение в заголовок, сколько существует главных страниц и сколько существует документов в поисковой системе Google по этому запросу. Вхождение в заголовок прямым текстом вам говорит, что именно этот ключ в заголовке встречается всего 4 раза, либо 3 раза. Если вы будете использовать в тайтле эти ключи, очень есть высокая вероятность, что вы хотя бы в первую пятерку попадете. Это действительный факт, и это работает. И когда вы составляете метаданные, вы должны уметь анализировать именно вот эти показатели. Например, ключик с показателем вхождения в заголовок 6 однозначно будет высококонкурентным. Микрозайм 7 без отказа на карту. То есть уже как минимум 6 сайтов имеют фразовое соответствие этого ключа. И с этим будет сложно. Но при этом документов в поисковой системе по этому ключу оказалось не так много. Главная страница. Что это значит? Это значит, что по этому запросу есть конкретно сайт, который имеет чуть ли не такой тайтл. И это его главная морда, как говорится, по которой он продвигается. И главные страницы обычно следует выбирать и собирать все ключи с этими главными страницами на своей главной, чтобы быть на фоне всех остальных сайтов в одной упряжке. Есть, работает этот трюк, и действительно можно таким образом прокачать свой сайт, собрав большую часть ключей, которые ранжируются по главным, на свою главную страницу, прописав это в вашем контенте. Понимаю, что иногда получается вы какие-то ключи выдираете из середины вашего семантического ядра для главной, но почему? Потому что вы сосредотачиваетесь на тех ключах, которые относятся к промежуточным страницам. Вот. И, конечно же, на что мы смотрим более дальше, мы должны уметь рассчитывать ту самую конкуренцию. Рассчитывать конкуренцию существует множество формул. Я не буду говорить, какие существуют реально, но их существует действительно огромное количество. Одна из формул, которой пользуюсь я в данный момент, она позволяет посчитать тот самый кей по этим самым показателям. И если кей получается у нас
очень высоким, это хорошо. Если кей получается низким, это, как говорится, для нас очень плохо. И я считаю, что кей, все, что, как говорится, ниже четверки, это обычно высокая конкуренция. Формула у меня кей, она основана на вхождении к заголовке, на документы и работает с трафиком. Формулу я постараюсь опубликовать в описании, а опубликую, если вы об этом, конечно же, мне напомните. Напомнить нужно, конечно же, в комментарии. Вот. И, собственно, формулами, которыми действительно можно работать в кей-коллекторе, они очень удобны, с ними удобно проводить анализ и выбирать те ниши, в которых действительно конкуренция высокая. У меня, как видите, две формулы. Одна из них считает в обратном направлении. То есть, на самом деле, есть одна из них, это квадрат частоты, деленное на количество документов, а вторая формула с учетом тех самых значений заголовков и вхождений в документы. Вот, выбор той или иной, тех или иных значений позволяет вам выбрать именно те ключи, которые вы будете использовать для страницы, чтобы переранжировать других. В нише, как говорится, вы должны искать те самые щельки, куда протиснуть свой бизнес и занять места в выдаче раньше, чем это сделали другие. Помните, в мире существует 2 миллиарда сайтов, но ранжируется от силы там, даже, по-моему, меньше 1% реально получает органический трафик. И количество трафика органического при этом растет. И если вы будете совершать ошибки, ваш сайт не будет получать органический трафик, либо получать реально его следы. Я вижу очень много сайтов, которые не могут никак достичь успеха. И в этом плане анализ конкуренции в выдаче однозначно вам поможет. Коллеги, добрый день. Снова говорим о запуске сайта. И в этот раз поговорим про анализ конкурентов. В первом видео мы говорили про анализ ниши, вот, а теперь про детальное изучение каждого из ее игроков. То есть, если в анализ ниши мы больше всего оцениваем такие грубые параметры, какой ее объем, как там ведут себя клиенты, сколько нам в среднем нужно будет денег, чтобы туда зайти, насколько там она растет, падает. Вот. Здесь мы уже посмотрим каждого, кто в нее входит более детально, узнаем, какие у них сейчас какие-то параметры важные для нас, и попробуем сформулировать нашу стратегию на основе этих данных. Вот. Я думаю, что тот метод, который использую я, он достаточно простой, его используют в среднем все SEO-шники и предприниматели для анализа конкурентов. Я использую, как правило, такие инструменты, это SimilarWeb для анализа трафика, дальше трафика и доль трафика, распределения по разным каналам, дальше SiteChecker для технического анализа сайтов, веб-архив для просмотра истории, как сайт менялся. Дальше сайт Build to Viz. Это инструмент, который помогает увидеть, какие технологии используются на сайте. Ahrefs помогает увидеть обратные ссылки, ссылочную стратегию. Вот. Дальше смотрим банально поисковую выдачу Google. И самое важное, это ручное исследование сайтов. То есть заходим, смотрим, как сайт выглядит, ходим по разным страницам, смотрим его код и вот так. И весь этот этап анализа я делю на две части. Первая – количественная, вторая – качественная. В количественной части что мы делаем? Мы берем 5-10 самых сильных игроков в нише, вот, добавляем их в одну колонку, в табличку и определяем параметры, какие нам важно у каждого из них найти. Как правило, это будут параметры: общий трафик, распределение, количество трафика с органики, количество ссылающихся доменов, рейтинг домена, количество ключевых слов в топе, количество страниц в индексе, ход запуска сайта и там другие. Вот. На этом этапе мы можем увидеть минимальные показатели вот этих параметров, которые нам нужно прокачать у своего сайта, чтобы стать в топ. Вот. Это там, сколько нам нужно ссылок, сколько нам нужно как минимум по возрасту сайт, чтобы у нас был, как нам рейтинг домена нужно прокачать, вот, и так далее. Далее переходим ко второму этапу, это качественный анализ. На этом этапе мы внимательно смотрим, заходим вот на вот эти конкуренты, которых мы выбрали, на их сайты, и смотрим,
как они устроены. Ищем у них интересные решения. Вот. Самое первое, что делаю всегда, это просто захожу в поисковую выдачу Гугла, вбиваю данные по этому сайту и смотрю, как выглядят его сниппеты. Тайтлы, дескрипшены, есть ли структурированная разметка, все ли страницы оптимизированы, нет ли каких-то мусорных страниц, уникальны ли все эти сниппеты. Вот. Дальше кравлю сайт в сайт-чекер и смотрю, насколько с технической оптимизацией все хорошо и как распределен внутренний янкор-лист. То есть уделил ли я тому время конкурент и продумал ли он распределение там уникальных анкоров по страницам. Далее. Изучаем доступные данные по трафику в SimilarWeb. Он падал или рос? Как давно он начал расти? Это может быть SimilarWeb, также может быть SEMrush. Вот. Смотрим, как менялся сайт в веб-архиве. Не было ли там редиректа? Как давно менялся дизайн? Какой был контент ранее? Вот. Далее изучаем стратегию линкбилдинга. То есть заходим в Ahrefs, выгружаем ссылки, смотрим самому Ahrefs, там ссылки самые сильные, когда они начали расти. Вот. Дальше заходим в сайт-чекер, эти же ссылки загружаем инструмент Link Strategy, который помогает распределить по временным промежуткам все ссылки и в удобном виде смотреть, какие ссылки строились в первый год сайта, потом во второй, какие сейчас строятся, вот. Когда был самый большой рост по датам. Далее смотрим, какая у сайта CMS, плагины, инструменты аналитики, которые он использует, есть ли компании рекламные в соцсетях, Google Ads. На этом этапе мы особенно большое внимание уделяем сайтам молодым, которые находятся в топе, чтобы понять, за что такое ценное Google их наградил попаданием в топ. Вот. Так как мы сайт сами будем молодой, то вероятно, вот этот, что этот сайт молодой сделал, нам тоже нужно сделать, чтобы пройти такой минимальный фильтр на пути к топу. Ну, кроме того, нам нужно будет сделать что-то еще лучше, новое, по-другому, чтобы Google нас добавил выше. Вот. И вот этот этап качественного анализа, такого внимательного исследования каждого конкурента, он помогает понять, как быстрее реализовать какие-то решения у себя, которые точно нужны для нашего сайта, но мы еще думаем, как их сделать. Например, какие плагины использовать для таблиц, какие таблицы вообще делать, какие там колонки, параметры добавлять, да. Какой должен быть дизайн страницы для вот таких вот конкретно запросов, какой должна быть структура сайта. Вот это все мы можем взять конкурентов. Вот. И кроме того, мы можем взять у каждого конкурента какие-то преимущества и скомбинировать их все в своем одном сайте и на основе этого сформулировать стратегию, которая, по идее, должна побить тех, кто есть в топе. Ну вот кратко так. Второй момент, что вы должны уметь делать, это, конечно же, уметь анализировать слабых конкурентов. В анализе конкурентов вы должны четко определять, какими стратегиями пользуются конкуренты, используют ли они провальные стратегии, точно ли они используют всевозможные цепочки редиректов, любые другие методы, которые вы знаете, что в будущем отвалятся и перестанут работать. Поэтому многие, когда делают анализ конкурентов, не уделяют этому внимания. Допустим, много ли ссылок, а какого они у него качества, сквозные, не сквозные. И, соответственно, вы смотрите, можно ли его учитывать как конкурента, с которым будем бодаться, или же его учитывать как конкурента, за которым мы будем в хвосте. И нам для того, чтобы его переранжировать, нужны будут совсем другие методы для продвижения. Именно вот здесь вот многие допускают ошибку, не уделяя внимания анализу конкурентов, а нужно анализировать семантику, по которой конкурент продвигается, его методы ссылочного продвижения, ну и, конечно же, толщину контента, да, собственно, и монолитный индекс своеобразный страниц, с которыми мы будем, как говорится, бодаться. И здесь вы должны учитывать, что у конкурентов могут быть очень тонкие страницы, то, что называется тонким контентом. По поводу тонкого контента я снимал большое видео, посвященное сбору контент-плана для продвижения своего блога. Но у конкурентов еще тонкими могут быть реально коммерческие страницы. И стоит вам сделать свои страницы лучше, выстроить на них как можно больше внутренних ссылок и внешних, вы можете реально его переранжировать.
Как правильно выстраивать ссылки? У меня есть огромное количество видео на канале. Если вы впервые смотрите это видео, я рекомендую с ними ознакомиться. Видео про линкбилдинг, про методы построения ссылок. У нас действительно было много снято материала. И вы должны этому уделить тщательное внимание, именно анализу конкурентов. Ну и, конечно же, напоминаю, в анализе конкурентов вы четко должны выделить тех, кого вам не переранжировать. По крайней мере, в ближайший год. Помните это, вы должны знать, что сильного вам сейчас не переранжировать. Вы должны сосредоточиться на том, чтобы выбить слабых и застолбить свое место в органике. После этого уже можно будет рассуждать о том, что вы готовы сражаться с сильными. Принцип такой же, как в боксе. Новичок не может быть претендентом чемпион. Вы должны пройти ряд боев, как говорится, чтобы застолбить свое место и бить слабых, которых вы точно можете побить. В противном случае ваша карьера закончится очень быстро, не успев начаться. Поэтому вам точно нужно знать это простое правило. Когда вы делаете анализ конкурентов, четко отделите сильных, с которыми вам не бодаться, и легко отделите слабых, которых вам съесть. Вы должны выстроить в это свое, как говорится, продвижение в этой пищевой цепочке и съесть тех слабых, с которыми вы будете конкурировать. Учтите, раз они существуют, значит у них есть доход, а вы только начинаете, вы должны съесть их доход и забрать его себе. В завершение хочу сказать, почему SEO-специалист не может посчитать такой показатель, как рентабельность. Да, мы про него много говорили, я упоминал, но SEO-специалист не может просчитать этот показатель. Его может просчитать только маркетолог вашего проекта. И именно он может четко сказать, потому что у него перед глазами будут все цифры. Цифры от SEO-шников, цифры по финансовой части, закупки, продажи, зарплаты, аренды и тому другие, подобные другие показатели. SEO-шник же знает только свои цифры. И он не может подсчитать даже рентабельность конкретной сделки. Он даже не знает, сколько вы вкладываете на эту сделку, чтобы с нее заработать. Он может только прикинуть примерно, сколько он потратит и сколько вы можете получить, допустим, чистой выручки. И то это очень условно. Я бы сказал, чересчур условно. Потому что он не учитывает ни расходы на хранение склада. Потому что даже на складе товар, он тоже ест ваши деньги, когда он попросту на нем лежит. Ни замороженные ваши инвестиции, потому что замороженные деньги точно так же едят ваши деньги. Я не буду вдаваться в финансовые подробности, но эти вещи точно он не анализирует. А именно их нужно учитывать при подсчете того самого возврата инвестиций или ROI. И вот здесь я бы сосредоточился, почему SEO-шник не может это сделать. Попросту он должен быть в вашей схеме, быть на всевозможных, иметь перед глазами финансовые отчеты для того, чтобы это посчитать. Но SEO-шник, на то он и SEO-шник, он специализируется на других задачах. И ROI посчитать он не может. Вот. Во-вторых, нужно, как говорится, уметь считать тот самый показатель LTV. Это жизненную ценность вашего клиента. А это может посчитать реально только финдиректор вашей компании, больше никто. То есть сторонний SEO-специалист, тем более даже студия, не посчитает LTV ваших клиентов. LTV-калькуляторы существуют множество. Некоторые позволяют посчитать эту циферку на пальцах. Крупные бизнесы считают LTV при помощи специальных CRM-систем, которые учитывают полное ведение клиента, взаимодействие в течение нескольких лет с вами и считают жизненную ценность клиента, сколько каждый клиент приносит вам денег и сегментируют клиентов по этому показателю. Есть VIP, которые приносят вам львиную долю дохода, есть масса, которая приносит оставшуюся часть. Вот. И вот эти работа идет как с одними, так и с другими клиентами, даже разная. То есть вы с каждым клиентом, как бы вы ни говорили, что работаете одинаково, все же вы работаете по-разному. У вас даже разные менеджеры работают с разными видами клиентов. И, конечно, SEO-специалист что может посчитать? Он может вам посчитать, спрогнозировать трафик, он может прогнозировать количество показов, кликов конкретных, допустим, за страниц. Конечно же, он может подсчитать, сколько пользователь будет проводить времени на страницах в зависимости от каких-то аудиторий, каких-то запросов, каких-то метрик, которые демографических метрик, которые могут быть. Конечно же, что он может подсчитать? Он может проанализировать, как ваши конкуренты получают трафик, какими методами они их получают, сколько примерно обходится им трафик, допустим, с контекстной рекламы. Какую долю трафика они оттуда получают, с поисковой рекламы, в частности, с дисплей рекламы, это реклама непосредственно из
баннерной сети, с YouTube, с другой, там, RSA, контекстно-медийной сети. Это может почитать SEO-специалист, потому что эти данные имеют частично публичную информацию. Да, тот же Ahrefs Serpstat может прикинуть вам стоимость клика, а перемножив на потенциальный трафик, вы можете понять примерно бюджеты тех или иных компаний в плюс-минус соответствующих значениях. Но они могут работать как? Проблема в том, что крутится на первых местах, либо на последних местах, стоимость клика на аукционе может варьироваться. Поэтому цифры будут очень и очень относительными. И когда мне клиент рассказывает, что он тратит вроде бы много, 1500 там, гривен в неделю, ну, пытается переранжировать конкурента, который тратит на те же ключи, а то и меньшее количество ключей, 1500 гривен в день, он его никогда не перебьет, просто потому что тот показывается в 7 раз чаще. Он в 7 раз больше собирает кликов и, вероятнее, больше продаж. И здесь SEO-шник может только примерно спрогнозировать цифры и дать пищу к размышлению маркетологу. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы Иван дал четкую информацию. Вот он сейчас расскажет, как считается KPI. Коллеги, добрый день. Сегодня поговорим про 5-й этап, заключительный продвижения сайта. Это оценка эффективности продвижения. Давайте пройдемся по каждому KPI, посмотрим, в каких случаях их уместно применять и какие могут быть сложности при измерении той или иной метрики. В сфере SEO сейчас нет какого-то единого стандарта. SEO-шники и агентства могут вам предлагать разные решения, почему измерять скорость и эффективность продвижения сайта. Но это нормально. Важно понимать, что на разных этапах развития сайта у вас могут эти метрики меняться. Вот. И давайте пройдемся по ним от тех, на которых у SEO-шника есть больше влияния, к тем, на которых у SEO-шника есть меньше влияния. И первое из них – это видимость по семантическому ядру. Есть два варианта, есть более простой и более сложный. Простой вариант этой метрики – это когда мы смотрим процент ранжируемых ключевых слов в топ-100 по тому семейству, который мы ранее составили. То есть, если у нас есть 1000 слов, по которым мы хотим ранжировать наш сайт, вот, и мы сайт уже ранжируется в топ-100 по 600 с ним, то у нас 60% показатель видимости. Эта метрика хороша для начального этапа, для оценки скорости вот, развития сайта на первом этапе. Она позволяет увидеть, понимает ли поисковик, о чем наш сайт, насколько быстро контент и страницы, которые мы публиковали, начинают ранжироваться по нашим ключевым словам, все ли мы правильно делаем. Потому что есть частая ситуация, когда мы страницы публикуем, а Google их ранжирует либо совсем по другим словам, либо по небольшому количеству, и тогда мы сразу начинаем искать проблемы, да, в чем причина. Вот. Но есть и более сложный вариант этой метрики, это когда мы не только смотрим нахождение, есть ли в топ-100 наш сайт по этому ключевому слову, но и оцениваем частотность запроса и позицию, на которой мы сейчас находимся. Вот. Эта метрика более сложная, но она, по сути, более точная. Ее уже можно использовать на следующих этапах. Как чаще всего это считается? Тот вариант, что я видел в сети, мы задаем для каждой позиции какой-то индекс. То есть первая позиция это будет число 1, там третья позиция 0,8, пятая позиция 0,5, да, вот. И потом мы умножаем частотность запроса на вот этот индекс. Получается, чем выше позиция, тем больше будет, чем выше позиция и больше частотность, тем будет больше у нас значение видимости ключевого слова. Вот, и потом мы по каждому слову эти значения суммируем и получаем какое-то число. Вот. Далее мы можем сравнить это с конкурентами, применив такой же подход. Я использую чуть-чуть реверсивный вариант этой метрики. Он называется Potential Rank. Просто делим показатель количества запросов, сколько раз запрашивали наше ключевое слово в месяц, и делим на позицию. То есть не умножаем на индекс, который мы сами придумываем для позиции, а просто делим ее на позицию. Получается, чем больше позиция, тем больше знаменатель и будет меньше значение вот этого potential rank. Вот. Но по итогу это одно и то же. У нас в итоге получается метрика, которая дает возможность увидеть не только
то, что мы ранжируемся по словам, но и то, сколько мы можем трафика получить по этим ключевым словам. Так. Вторая метрика – это объем целевого трафика с поиска. В прошлой метрике есть одна проблема, которая связана с тем, что Google, Яндекс, они все больше увеличивают количество своих собственных сервисов выдачи и снижают кликабельность результатов других сайтов. Вот, тех сайтов, которые в выдаче есть. Это приводит к тому, что вы можете стоять по частотному запросу в топ-1, при этом клика у вас будет там либо 0, либо совсем небольшое количество. Вот. Проблема в том, что SEO-шник, у которого все хорошо по прошлой метрике, да, по видимости, у него могут быть проблемы именно из-за этого в этой метрике. И чем хорошо, чтобы переводить его на метрику объема целевого трафика, в том, тем, что SEO-шник будет думать при отборе ключевых слов, которые продвигать, не только на основе частотности и сложности запроса, но и на основе его кликабельности. Есть инструменты, которые помогают это увидеть, и это меня как бы больше накладывает ответственности на SEO-шника за выбор, какие ключевые слова продвигать. Вот. Есть проблема, конечно, что Google и Яндекс часто меняются. Сегодня запрос у него нет, у него CTR 20%, а на следующий месяц будет 10%. И SEO-шник за этим не будет успевать. Но на больших выборках результаты какие-то все равно можно получить. Там изменения будут не такие большие. Третья метрика, еще более сложная, это стоимость конверсии с поиска. Она сложнее из-за того, что она включает не только трафик с поиска, как в прошлой версии, но и оценку затрат на получение этого трафика и параметр конверсия сайта. Вот. То есть уже SEO-шник должен думать, если он по этой метрике работает, не только о том, сколько он трафика может получить, но и сколько он будет его стоить и как он его конвертирует. То есть это приводит к тому, что он в том числе должен думать не только про CTR запросов, но и про их коммерческую направленность. То есть, вот так, да. Еще сложность в том, что эта метрика такая сложносоставная, и у SEO-шника часто просто... мало кто из SEO-шников действительно умеет, хочет или им дают работать над монетизацией сайтов. Вот. И особенно если это малый бизнес, то SEO-шника берут как на аутсорс, говорят с ним только о трафике, и над конверсией владелец в основном занимается сам. Вот. Либо поручается своим разработчикам, маркетологам и так дальше. Вот. Это первая сложность этой метрики. Вторая, что большая удаленность приложенных усилий и полученных результатов. Если мы сравним контекстную рекламу, то там вы деньги включили, сразу начали получать трафик. Деньги закончились, трафик упал. Быстро обратная связь, все происходит мгновенно. SEO может быть очень по-разному. Вы можете за 1-2 года вложить какие-то результаты. Если вы сделали все правильно, вы можете получать трафик еще там лет 3, 5, 6. А если неправильно, 2 года. Но в этот момент, когда вы влаживаете деньги, вы не знаете, сколько вы будете получать трафик, если прекратите прикладывать какие-то усилия. И это накладывает сложность на оценку стоимости конверсии из-за того, что она зависит от того, сколько мы трафика получим, и плюс еще, как у нас будет меняться конверсия на сайте за весь этот период. Вот. То есть я считаю, что эту метрику SEO-шнику можно давать, но для этого у него... Он должен выступать главным менеджером проекта, у него должна быть возможность делегировать задачи по монетизации там, или привлекать каких-то специалистов сторонних, либо саму это изучить и ставить задачи на изменение чего-то на сайте, связанного с конверсией. Вот. У него должна быть возможность увеличивать, уменьшать бюджет, потому что при стоимости конверсии он вычисляет еще и деньги, которые уместно потратить. Вот. То есть все переменные, которые входят в формулу оценки стоимости конверсии, он должен на них влиять. Вот тогда для него будет, его работа будет иметь смысл. В ином случае, он, его результаты будут не связаны с этой метрикой, и он потеряет мотивацию работать. Вот. Еще один нюанс есть в этой метрике, что если мы продвигаем сайт не только по
органическому поиску, а использование другие источники, соцсети, контекстную рекламу, YouTube, что угодно. Вот. И при этом цикл сделки у нас в основном включает несколько касаний, то есть люди не только заходят с первого раза покупают, а бывает, что они заходят 2, 5, 10 раз до того, как купить. В этом случае подсчет стоимости конверсии по источникам должен работать с определенными правилами, которые называются мультиканальная атрибуция. Это такой подход к оценке стоимости конверсии, в которой мы придумываем, какой процент какому источнику дать, если у нас больше одного источника принимало участие в продаже. То есть, если человек пришел с SEO, с поиска, но не купил. Но потом мы видим, что этот же клиент приходит с Facebook, вот, а потом приходит с контекстной рекламы или прямо вбивает адрес сайта и покупает. Вопрос в том, какому из источников мы должны дать сколько процентов затрат, ценности, точнее. Если клиент потратил $100, то вопрос, да, то есть дать эти 100% ценности последнему источнику, первому, или разделить их поровну. Вот есть разные подходы. В Google Analytics по умолчанию работает так называемый последний непрямой клик. Вот. И но компании большие используют свои модели атрибуции для того, что эта модель несовершенна. Потому что если вы используете последний непрямой клик, часто SEO, которое у вас будет выступать генератором новых пользователей, оно не будет получать, ну, как бы оно будет выглядеть как неценное. При этом оно привлекает основную массу пользователей. Вот об этом важно помнить, если у вас много таких каналов, чтобы вы продумывали это, что SEO может не быть последним источником, с которого купили, но оно вносит свой вклад. Вот. И последняя метрика, это самая желанная для владельца бизнеса, это ROI или Return on Investment. Эта метрика, кроме того, что включает предыдущее, да, трафик, конверсия, затраты на трафик, привлечение трафика, она еще включает и новые переменные. Это работа со средним чеком, возврат клиентов, качество поддержки. То есть все, что влияет на то, сколько мы получим денег от клиентов после того, как они нам уже пришли и купили что-то, и как много мы потратим затрат на то, чтобы их обслужить, это все уходит, получается, в эту метрику. Вот. И здесь уже у SEO-шника должна быть роль менеджера всего бизнеса, чтобы он мог на нее полностью влиять. На этом, собственно, у меня все. Ребята, если вам понравился такой формат совместных видео, обязательно напишите нам в комментариях, мы будем снимать их и дальше. Конечно же, хотелось бы от вас получать больше фидбэка и вопросов, на которые мы будем отвечать. Конечно, не забывайте, Иван Пли частый гость наших вебинаров, мы его зовем часто к себе на вебинары. У него шикарный был доклад по Google Data Studio, аналитический инструмент для анализа всего и вся из вашей Google аналитики, непосредственно Google Webmaster и контекстной рекламы Google Ads, все в одном флаконе. Рекомендую посмотреть, мне он дал огромную, как говорится, пищу для размышления, и я только благодарен Ивану за детальную инструкцию. И до новых встреч!